Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ильшенко Ольга Васильевна, я учитель русского языка. Приглашаю вас на урок для 9 класса. Сегодня на уроке мы совершим заочную экскурсию по пушкинским местам в Молдове. Многие из вас бывали в этих местах и могут сами много рассказать интересного. Цель нашей экскурсии по пушкинским местам в Молдове – рассказать о том, где бывал Пушкин. «Здесь лирой северной, пустыни оглашая, скитался я в те дни», – так писал молодой поэт в стихотворении к Овидию в 1821 году. 21 сентября 1820 года великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, сосланный за свои вольнолюбивые произведения на юг России, приехал в Кишинев, где прожил почти 3 года до начала августа 1823 года. Он остановился в небольшом домике купца Наумова. В домике 3 комнаты, кухня и сени. В 1987 году здесь был создан музейный комплекс «Дом-музей Пушкина» и сквер, где поставлен памятник поэту. Каким же предстал перед ним город Кишинев? Давайте посмотрим об этом ролик. Кишинев начала позапрошлого века – маленький городишко на реке Бык с населением около 10 тысяч человек. С 1818 года он стал именоваться столицей Бессарабской области, и тогда были сделаны новые шаги в его развитии. Бытовую и историческую атмосферу молодой столицы лучше всего воссоздают воспоминания современников Пушкина, его друзья и сослуживцы. Старый город на отлогом склоне горы делился на Нагорье, где жили вельможи, на Топкую улицу, на Булгарию или предместье Болгар, садовников и огородников по реке Бык. Новый русский город на горе обустроился уже при содействии губернской архитектуры. Его украшали и деревянные, и тесовые, и кирпичные штукатурные здания. На самой возвышенности стояла митрополия, экзархия армянская и аллея вновь высаженного сада, воспетого подражанием Московскому бульвару. В Кишиневе было 8 церквей, множество лавок и мастерских и более 2000 жилых домов. Кишинев пушкинских времен был центром Бессарабского края, который вошел в состав России в 1812 году. Несколько веков этот край зависел от Турции, поэтому в 20-е годы 19 века это был полутурецкий, полумолдавский маленький город с грязными кривыми улочками, множеством церквей и маленькими низкими домиками. С именем Пушкина связано много мест в Кишиневе, но, к сожалению, большинство изданий, где бывал Пушкин, не сохранились. Они были разрушены временем, землетрясениями, войной. Я думаю, что многие из вас побывали в доме-музея Пушкина в городе Кишиневе. А если кто-то из вас не успел посетить этот дом-музей, обязательно сходите вместе с родителями, друзьями, одноклассниками. Те, кто из вас уже побывал в доме-музее, расскажите вашим близким, друзьям об этой экскурсии, поделитесь своими впечатлениями и эмоциями. Молодой поэт часто бывал в городском саду, который был заложен в 1818 году. Тогда он назывался Александровский в честь российского императора Александра I. В центре парка, недалеко от фонтана, расположен прекрасный памятник поэту. На тыльной стороне его высечено: «Здесь лирой северной пустыни оглашая, скитался я». Этот памятник, открытый в 1885 году,
является уменьшенной копией верхней части памятника Пушкину, скульптора Опекушина, который стоит в центре Москвы на Тверском бульваре. Я думаю, что вам будет интересно узнать подробности о создании этого памятника, поэтому предлагаю по желанию выполнить проектную работу по теме «История создания памятника Пушкину в Молдове скульптора Опекушина». А мы отправляемся вслед за Пушкиным. Наш путь лежит в село Долна. И в этих местах вы тоже бывали не раз. Но кто еще не побывал, посетите их со своими родными и близкими. Вам понравится. Давайте посмотрим сюжет. Места здесь удивительные, очаровывают своей красотой и великолепием. И молодой Пушкин тоже был очарован этой красотой. Полюбуйтесь, какая красота, какое пышное убранство природы. Летом в 1821 года Пушкин почти месяц провел в имении молдавского боярина Замфира Рели в селе Долна. Поэт часто бывал в его доме в Кишиневе, общался и дружил с его сыновьями и дочерьми, участвовал в молдавских вечерах, гулял с ними по городскому парку, посещал театр. Давайте посмотрим сюжет дальше, из которого мы узнаем о жизни и бытии дворян того времени. Уникальность музея в селе Долна в том, что он располагается в особняке одной из немногих сохранившихся в Молдове до наших дней боярских усадеб. В настоящее время это исторический и архитектурный памятник национального значения, охраняемый государством. Во время пребывания Пушкина в этих местах владельцем поместья был богатый бессарабский помещик, депутат Верховного Совета Замфир Эммануилович Рали. Его потомки владели усадьбой до начала XX века, пока не проиграли его в карты. Экспозиция музея знакомит с бытом молдавских бояр XIX столетия и дает возможность почувствовать духовную атмосферу, царившую в доме. Род Рали был греко-итальянского происхождения. Через свою покойную жену хозяин имения был связан с родом знаменитого гетмана Арбаря, сподвижника молдавского господаря Штефана Челмари, Стефана Великого. Боярские усадьбы того времени были меблированы примерно одинаково. Вот как описывал писатель Вигель жилище другого богатого молдавского боярина Варфоломея. Тут нашел я атласные, бархатные диваны, мебель всех времен и фасонов в азиатском и европейском вкусе. Тоже в особняке Рали. Огромная гостиная с диванами и креслами вдоль стен, в углу музыкальный уголок, рояль с раскрытыми нотами, портреты знаменитой итальянской певицы Анжелики Каталани и композитора Фредерика Шопена. В этой семье все любили музыку. Младших дочерей хозяина обучал виртуозный исполнитель на фортепиано чиновник Литке, который проживал в доме, а их старшая сестра, красавица Мария или Мариола, слыла прекрасной пианисткой. Здесь часто устраивали музыкальные и танцевальные вечера. В отличие от других боярских домов, в доме Рали в карты не играли. Хозяин и гости постарше рассаживались в креслах и на диванах, обсуждая политику и новости, пока молодежь танцевала. На массивном столе механическая музыкальная шкатулка 1816 года, играющая 8 разных мелодий. Жизнь у бояр того времени была насыщенной. Они читали книги,
вели светские разговоры о политике, музицировали. Дочери Рали занимались вышиванием. Продолжим нашу экскурсию по дому боярина Рали. В зале представлена карта Бессарабской области 1818 года. На ней обозначены маршрут поездки Пушкина из Кишинева в Долну, а также другие 12 сел, принадлежавших Рали. Первое упоминание о Долне относится к 1420 году. Поэт отправился погостить в Долну по приглашению одного из братьев Рали. Подробности этой поездки, о встрече Пушкина с цыганским табором, его страсти к красавице Земфиры, о ее неожиданном побеге из табора, стали известны широкой публике лишь в 1908 году, когда были опубликованы воспоминания приятельницы поэта Екатерины Стамо, записанные с ее слов племянником. О чем говорилось в этом сюжете? В этом сюжете рассказывается об истории села Долна. Здесь Пушкин был в гостях у братьев Рали, познакомился с цыганкой-красавицей Земфирой. Эти события потом поэт опишет в своей поэме «Цыганы». А мы продолжаем нашу заочную экскурсию. Во втором зале посетителей встречает сам поэт. Прекрасный бюст, выполненный известным молдавским скульптором Луизой Янцем. В зале работы мэтров молдавского изобразительного искусства Васильева, Григорашенко, Кобизева и Печева. Они рассказывают об интересе Пушкина к традициям, фольклору и быту молдавских крестьян. В примечаниях к поэме «Цыганы» Пушкин писал: «Бессарабия, известная в самой глубокой древности, должна быть особенно любопытна для нас. Она державином воспета и славой русскую полна». Что вы узнали из этого сюжета? Правильно, мы узнали, что Пушкин интересовался жизнью, традициями, фольклором и бытом молдавских крестьян. Он интересовался не только молдавской культурой, но и жизнью других национальностей, которые проживали на нашей территории. Вот мы с вами и закончили маленькую экскурсию в село Долна, в котором молодой поэт провел почти месяц. Ежегодно в день рождения поэта здесь проводятся республиканские праздники пушкинской поэзии. На этом, ребята, наше заочное путешествие по местам Пушкина заканчивается. Пушкин, пока жил в Молдове, успел побывать и в других уголках нашего края. Это нашло отражение в его творчестве. Расскажите своим близким, что вы узнали сегодня о великом русском поэте. А я говорю вам, до свидания, ребята, до новых встреч на уроках русского языка.